Здравствуйте, дорогие друзья, с вами интернет-канал Максимадзе, и мы продолжаем RDR-ить. Играем в Red Dead Redemption 2, и, короче говоря, Артур тут пытается идти. Он у него еле-еле создание идет. Короче говоря, что произошло в предыдущей серии? Мы наконец-то принялись грабить банк в Сен-Дени. Но это ограбление получилось неудачное. Видимо, кто-то сдал нас. Хозе и Эбигейл устроили диверсию, чтобы отвлечь полицию. Но эта идея не помогла, к сожалению. Полиция переместилась в сторону взрыва. Мы пошли грабить банк. Но Артур успел вскрыть всего лишь один сейф, как банк окружили агенты Пинкертона. Хозия был казнен агентом Милтоном, а во время побега по крышам был убит еще молодой парень Лени. А Джона Марсона арестовали, он сейчас в тюрьме. Мы спрятались в одном здании, просидели там до ночи, а потом попытались скрыться. Скрылись на одном корабле, нам удалось договориться с капитаном и за кусочек золота он согласился помочь нам довести. Но ночью произошел ужасный шторм, по кораблю ударила молния, и он загорелся. Артур с Датчем, Хавьером, Биллом и Микой упали в море, и, короче, нас всех занесло на вот этот непонятный остров. Хрен вообще знает, где мы находимся. Не знаю, как выжил ли экипаж корабля. Скорее всего, нет. А хотя, кто его знает. Лёха, автор канала, глава 5, Гуарма. Лёха с канала «Чё хочу, то ворочу» у меня очень ждал, когда я выпущу серию про банковское дело. Спрашивал, когда будет ограбление, я ему. Но он, оказывается, не знал, что я игру полностью проходил. И, естественно, я там был и сказал, ну нафиг, ты это все уже знаешь, первых эмоций у тебя не будет. Наверное, даже не смотрел это видео. А хотя, может, и посмотрел, не знаю. Там что-то дымится. Надо посмотреть, сходить. Как видите, показатели у нас совсем не в норме. Показатели все на нуле. Глаз разряжен, выносливость разряжена. Здоровье тоже разряжено. Ну, здесь, кстати, красиво очень. Мне нравится. На самом-то деле, я когда первый раз проходил, у меня эмоций-то и не было. Хотя вообще первый раз видео про сюжет смотрел, и там все это рассказывали, поэтому я и так уже все знаю. О, Дач, парни, ого, ты жив, Артур, ты жив, Артур, да это чудо, это же чудо, черт возьми, ну-ка выпей что-нибудь, выпей скорее. Ну-ка, дайте что-нибудь выпить ему. О, сынок. Спокойно, сынок. Мы с тобой. Блин, красотища тут вообще, на самом деле. Мне вообще очень нравится. Ну, что? Где мы, черт возьми-то? Мы на острове Гуарма. Хавьер узнал это место. Это старая плантация сахарного тростника. Второй по счету остров на восток от Кубы. Это рядом с Австралией или Таити. Ну, наверное, где-то по пути к ним. Ну, что дальше? Не знаю.
Ну, дальше, похоже, нас расстреляют. Джентльмены, вот это теплый прием, да? Вы кто такие? Мы никто. Тебя как зовут? Эйден О'Малли. Неужели? Чем же вы тут занимаетесь? О, мистер О'Малли. Пытаемся выжить. Нас смыло за борт во время шторма. Неужели? Нет, я всегда так одеваю. Зачем же вы устраиваете этот цирк? Мистер О'Малли, у нас сейчас и так забот слишком много. Чтобы расстилать ковер порешек и бородяк, ведите себя смирно, и никто вам не причинит вреда. Да, местное население тут не очень-то доброе. Шевелитесь, я сказал, вам еще идти, идти, блин. Это кто тогда думался нас сковать вообще? Я не очень-то вас понимаю, что-то, мистер. Леви Саймон, старший управляющий Альберта Фусара. У нас третья по урожайности плантация сахарного тростника на этом севере. И, конечно, где деньги, там и беды. Какие беды? А, обычные. Некоторые люди хотят забрать себе плоды чужих. Извините. Проблемы с наемной силой, а также другими ворами и пиратами, которые мешают нам работать. Вас, наверное, это очень расстраивает. Это совсем не так, как это в конечном счете. У мистера Фусара очень много влиятельных друзей. Да, не сомневаюсь. Шайка жалких пиратов с Гаити тут есть. Они скоро будут на веревках болтаться тоже. Мистер Саймон, мы разве не похожи на них? На кого-то из них вы точно похожи. Но мы направлялись на Таити. Вы сделали очень большой крюк, как только я выясню, кто вы такие на самом деле. Потом разберусь. Да они что, сдурели что ли? В тюрьму нас? За что? Перестрелять? Совсем охренели что ли? А у нас и пушек, наверное, нет, да? А, ну мы сейчас посмотреть не можем. Ну и что теперь, Эйден? Да, я не знаю даже, что скажешь. Скажу, что надо отсюда убираться. Но они не должны узнать, кто мы такие. Да, значит, выбора у нас пока нет. Ну, надо признаться, что я бы... предпочел Таити. Я тоже. Не, красота. Просто. Просто красота. Вот реально. Хорошо рокстаровцы тут сделали. Прям вот. Мне очень нравится. Это море, эти растения. Ярко все так. Кто эти люди? Да кто знает. Но они нас выпороли и заковали в цепи. Не особо опасными они выглядят. Простите, сэр, а кто эти наши новые друзья? Какое они преступление-то совершили? Может быть, Дач немного понимает испанский. Блин, ну реально, вот красота. Это для фона рабочего стола на компьютере идеально прям подойдет. Ну, вот этих мужиков на цепи не надо, конечно, на фон рабочего стола. Но вот, это реально красота. Ух. Чё за пальба началась тут? У нас одна пушка, и это... Скотины, сейчас я вас всех перестреляю. Глаз у меня не заряженный.
промахнулся, зараза. А, его кто-то другой убил. Молодец, Артур. Все живы? Да. А, черт, подкрепление. Нужно убираться отсюда. Следуйте за мной, давайте. Вы, быстрее, уходим, давайте. Хавьер, уходите. Уходите, их слишком много. Что думаете? Надо идти, дать. Не теряй веру, сынок, мы найдем тебя. Бежим. Бежим. Как... Этот парень хочет нам помочь, я так понимаю. Быстрее, Артур. Скорее, у нас тут оружие припрятано. Вот, держите. О, хорошее оружие. Для этого острова. Скотины. Чё вы тут местных жителей губите, а? А, скотины. Билл, ты со мной? Идем вперед. Кем они возомнили сядут, а? Да блин. Заряжайся. Ах, попасть не так-то просто в них. Без глаза. Глаз у нас разряженный. Все? Или еще есть? Давайте. За мной. Быстро. А Мика сказал, дать вперед. Мики наплевать на всех, кроме себя, я так понимаю. Что вы здесь делаете? Да, сам не знаю, что мы здесь делаем. Бежим от кого-то или еще чего. Как и мы все. Я и Энкрюль... Этот. Я Дач. Этих утопающих крыс зовут Мика, Билл и Артур. Ага. Экрюль. Фусар будет разыскивать вас. Нам нужно быть осторожными. А кто такой этот Фусар? Тиран, которым движут тут лишь власть и алчность. Наше преднамерение приносит ему богатство. Леон хочет, чтобы люди боролись против нас. Я родом из других мест, провожу и увожу товары с островов, без ведома Фусара. Давайте отдохнем минутку. Вон там Ангудалес. Имение Фусара. Сахарный тростник, который тут добывается ценой жизни несчастных, перерабатывается на фабрике. Этих людей привозят сюда, с этих островов, и они, видимо, сбежали. Надежда найти дорогу домой. Теперь люди Фусара открыли на них охоту. Старый форт Синко Торрес используется мной и моими людьми в качестве тайного убежища на острове. Пошли. Я знаю место, где вы сможете отдохнуть. Мы можем вам доверять? Не знаю, но у вас все равно выбора вряд ли нет. Я единственный, кто может вам доставить корабль. Но мне надо кое-что взамен. Помогите Леону найти сбежавших рабочих, а потом приходите в форт. Если поможете нам выручить нашего друга и выбраться отсюда, то мы сделаем все, что в наших силах. Спасибо. Если ваш друг еще в живых, его будут держать в имени Фусара. В скалах есть одна пещера. Я отведу вас туда. Спасибо. Работники где-то в джунглях. Надеюсь, мы доберемся до них раньше Фусара. Ну, естественно. Джентльмены, до свидания. Да, если таков тропический рай, то я пока не в восторге. Я пойду разведаю, что там у входа в пещеру. Артур, мне надо отдохнуть. Да, пожалуй, ты прав. Нам всем надо отдохнуть сначала. Ну и дела, а. Я... Мне так жаль. Ребята, отдохни, Дач. Мика, ты охраняй. Билл, надо еще осмотреться.
Только осторожно. Экрюль, блин, господи. И фамилию я не успел его прочитать. Сложно очень. Сложное имя и фамилия у него. Я не успел просто прочитать даже. Так, есть еще один вопросительный знак, который обязателен для прохождения, а также есть еще дач. Надо посмотреть, что по карте. Вот этот остров, нам надо выбраться будет с него. После того, как мы с него... Какую убери метку вообще отсюда. После того, как мы с него выберемся, вернуться мы сюда уже никаким образом не сможем. Надо найти секретный способ попасть к дачу и не, при этом не зайдя вот в эти красные метки. А то на, по нам такую пальбу начнут, что мы сдохнем. Я помню, играл. И меня там расстреляли очень быстро. Хм. Тут пушки хорошие есть. Двухствольный дробовик. Очень полезная вещь. Жалко, мы пока не можем его использовать. Это тоже прикольная штука. Давайте сохранимся. Здесь сюжет. Сохранить игру. Пустую ячейку сохраним. Чтобы в свободное время можно было по острову погулять. Потому что после того, как мы с него выберемся, мы же на него не вернемся. Патроны для пистолета. Оружие у них есть, это прекрасно. Ковбойский револьвер или этот новый? Я думаю, лучше новый. Ладно, надо. Сейчас мы поищем дорогу до дачи. Не заходя в красные зоны. В красные зоны заходить нельзя. Я пытался, и меня там расстреляли сразу же. Так, может через реку попробовать перелезть. Хотя не знаю, как я залезу на эту гору. Гора-то не... Гора невысокая, вот только забраться на нее это большая проблема. И лучше это, наверное, даже не здесь делать. Дача находится прям там, где красная метка. Между не красной и красной. Ладно, может попробуем по этим скалам, конечно, забраться, но я что-то не уверен в этом, что у меня получится, но попробуем. Ой, экстремальный паркур. Да ладно, получилось. Привет. Да, здорово. Ну, так, каков план? Я нашел пещеру, о которой говорил Эркюль, и еще нашу проводницу. Она впереди, я думаю, мы можем ей доверять. Следуй за мной, хоть здесь рядом, только под ноги смотри. Получилось забраться на гору. Я когда первый раз проходил, я постоянно падал. Хотя я забирался не там. В другом месте забирался. А что мы будем делать, когда освободим Хавьер? Мы уберемся отсюда, куда подальше. А потом мы отправимся туда, где нас точно никто не ждет. Соберем всех вместе и снова займемся делом. И как же мы это сделаем? Там, откуда мы сбежали. Ты хочешь вернуться в Сен-Дени? Если бы ты там остался, то тоже бы хотел. Ну вот, в том-то и смысл, нас там никто не ожидает. Мы воскреснем из мертвых, соберем наших и уедем еще до того. Как все даже поймут, что мы вернулись. Какая же муха тебя укусила? Ты что-то с ума сошел, дружище, мне кажется. Мы выглядим не очень презентабельно. Куча беглых головорезов. Но в новой одежде и с женщинами. Мы станем хором, паломниками или что-то в этом роде. Как скажешь. Мы беглецы без гроша за душой в каком-то карибском этом. Лазим тут по пещерам, а двое наших лучших ребят склопотали пулю.
Я в этом не мог сомневаться. Ты не понимаешь, Артур, ты совершенно не понимаешь. Я готов пойти на все, лишь бы вы выжили. Вот это меня и пугает на самом деле. Подожди. Че? Глория! Деньги, золото. У него сохранилось немного все-таки, да? Оно настоящее. Старая ведьма, блядь. Это золото, это все, что у меня осталось после банка. Все остальное в море смыло. Считай, что и не брали. Да, мы вскрыли один сейф. Взяли то, что там было. Там было несколько кусочков золота, денег. Но все это смыло в море. Ограбление неудачное. Разве Фусар не был в числе тех, кто нам указал на Бронте на вечеринке в Сен-Дени? Кстати, вполне вероятно, я где-то слышал это имя. Ну так ты разобрался с теми рабочими? Нет, еще пока. Я это сделаю, но тебе не кажется, что он нас использует? Возможно, но у нас выбора все равно пока что нет. Только с его помощью мы сможем выбраться отсюда. Очень скоро кто-нибудь поймет, кто мы такие, и сообщит про нас в Америку. Так что произошло с Джоном в том банке? Он выжил, в отличие от дорогих Хози и Лени. Они его взяли живым. А что ты думаешь-то про него? Не знаю, я уже был на крыше и не видел. А Эбигейл, полагаю, что она ускользнула вовремя. Ты о чем? Знаешь, когда я вспоминаю хаос последних недель, очевидно, искусственно созданный хаос, то думаю, возможно, для кого-то все идет по плану. Осторожно, не падай, блин. Я даже не заметил тут щель, блин. Я тебя, честно говоря, не понимаю, Дач. Я тоже, но нам никуда. Снова прибыло столько пинкертонов, словно по часам. Но на то, чтобы это все организовать, наверное, несколько дней ушло. Может, в яблоке червяк завелся? Да, предатель, может, у нас в банде есть. Как? Дверь заклинила, надо поднять ее. Прошу прощения, моя королева, сейчас сделаем. Артур, помоги. Поднимите ее, поднимите. Хорош. Сюда? А потом вы еще заплатите. Хорошо. Секундочку. Давай, плати. Плати. Дач! Что ты делаешь? Господи. Спокойно, Дач. Что это было? Жуткая старая корга. Ты же убил ее! Она собиралась нас предать. Разве ты не видел? Нет. Ну, я немного понимаю по-испански, и так оно и было. Дач, ты убиваешь кого-то постоянно теперь. Артур, я просто пытаюсь сделать так, чтобы кто-нибудь из нас выжил. Итак, продолжим? Да, наверное. Слушай, сынок. Думаешь, мне это нужно? Не знаю. Нет, конечно. Но я дал клятву вам всем. Мы должны выжить. Что бы ни случилось. Откуда ты знал, что она нас собиралась предать? Что она сказала? Я понял по ее глазам и по тому, как она себя вела. Ты же сказал, что ты знаешь испанский. Я знаю этих людей, Артур. А потом ты задушишь меня, наверное? Я делаю все, что могу. Но, мой друг, я не понимаю, кто ты? Я из Мексики. Этих людей никогда не видел. Эй, ему кто-нибудь верит? Мистер Саймон тебе не верит, даже мистер Молди мне не верит.
Ага, они это с удовольствием еще делают, блин. Sabemos que no estuvo tan fuerte. Fue bastante duro. No, la próxima vez será aún más duro. Bueno, ha sido un placer. Siempre me encantaron los mexicanos. Ну, с меня хватит. Придется обойти вокруг отсюда. Они слушают этого идиота. Если не будем шуметь, они нас не заметят. Надо с ними разделаться. У тебя наверняка пара идей есть. Замолчи и помоги убить мне их. Твой, тот справа. По моему сигналу, левый мой. Вот тебе и на счет три, да? Так, давай спрячем трупы. Бери вот этого. Обойдем кругом и постараемся найти выход. Пойдем туда. Ты меня знаешь, Артур. Мы проведем отвлекающий маневр, а потом... исчезнем. Встань с другой стороны двери. Похоже, что Хавьер знает испанский. Так, ты бери ближайшего слева, а я разберусь с дружком. Итак. Куда дальше? О, патрончики есть. А, дробовик брать не буду, а то двухствольный дробовик еще потом займет, наверное. У нас так пушки хорошие есть. Нам нужен отвлекающий маневр. Что ты предлагаешь? Еще какую-нибудь старушку придушить? Да хватит уже тебе, Артур. Это война. Ну, если это война, значит самое время что-нибудь взорвать. Вот именно. У нас есть динамит? Динамит нам не нужен. У нас есть печь и куча сахара. Сахара? Да. Вот, режь, потом все увидишь сам. Закрой окна у двери, давай поживее. Распылим тут все, и все на воздух взлетит из-за этого. Так, почти все готово. Так, растапливаем. Ладно, выходи и жди меня, а я сейчас тут взорву все. Гениальная идея для взрыва. Как он мог так догадаться?
Умный он все-таки. Как я имею в виду про то, как устроить взрыв. Нужно спешить. Давай за мной. Артур красный весь вообще. Хотя и дач тоже. Не хочу быть рядом с этим зданием, когда он на навозу взглядит. Вперед, спрячемся за колодцем. А сейчас будем палить. Здание скоро взорвется. Приготовься бежать за Хавьера. Хороший взрыв был. А теперь вперед. Рад тебя видеть. Артур, прикрой нас. Да, я это и делаю сейчас. Засранцы хорошо прячутся. Ай, ты ж... Зараза. Сволочи какие. Снова они. Я возьму Хавьера, а ты стреляй во всех, кого увидишь. Ха, хрен с ними, идем. Ой, отрубился Хавьер, да? Заряжайся, блин. О, подкрепление. Они нас преследуют. Артур, разберешься? Ох, здесь, может, они нас не найдут. Спускаемся к реке. Стоп. Не оказалось или только что подкрался ко мне один? Ой-ой-ой. Переберемся через реку и задержим их.
Кошмар. Когда они кончатся? А, о, наверху. Наверху кто-то. А, нет, нет, не наверху, здесь. Вот ничего не вижу вообще. Вот он где-то тут, я его не вижу. Спрятался, скотина. Да. Это было жестоко. Горами нас разыскивают, живым или мертвым. Это хреновенько. Как себя чувствуешь? Ладно, я рад, что не за решеткой, и спасибо, что вытащил меня, и все такое. Да, конечно, постарайся отдохнуть. Короче, на этом, наверное, закончим. В следующей серии мы будем убираться с этого острова, с этого проклятого острова. Остров красивый, но такая война, это жесть. Ладно, на этом все. С вас лайкос, подписывайся, а с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой второй канал. Хотя я не знаю, буду ли там выкладывать видосы или не буду. На этот канал подписывайтесь, на группу ВКонтакте вступайте, и всем пока. Так, а где кнопка выключить?